Старейшую теплоэлектроцентраль не только Тверинной области посетили будущие энергетики. Студенты познакомились с историей предприятия, с особенностями производственного процесса большой энергетики, правилами безопасности на режимном объекте. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского фестиваля «Энергосбережение вместе ярче». Как это было, увидите в сюжете с места событий. В день экскурсии на ТЭЦ было непривычно тихо. Оборудование в ожидании запуска и подачи теплоносителя к домам Пролетарского района. Такая тишина временная, зато позволила будущим теплоэнергетикам и теплотехникам внимательно слушать экскурсовода. Заместитель начальника котло-турбинного цеха на ТЭЦ-1 Александр Поляков рассказал ребятам, что работа здесь невозможна без слаженного круглосуточного труда сотрудников производственных цехов, складов, лабораторий, диспетчерской службы и многих других. Студентам представилась уникальная возможность со стороны посмотреть рабочий день энергетиков для того, чтобы понять, какие задачи придется решать тем, кто планирует связать свою жизнь с большой энергетикой. Учебный процесс на нашем факультете включает в себя не только лекционные практические занятия, но и активное сотрудничество с производственниками. Такие мероприятия позволяют получить картину производства и определенные навыки для будущих специалистов. Как отметили сами ребята, побывать на закрытом энергетическом объекте, увидеть все своими глазами – это уникальная возможность не только закрепить лекционный материал, но и уже сейчас задуматься о будущем месте работы. Сюда мы пришли, конечно, первый раз. Нам показывают, в принципе, из чего состоит составляющий ТЭЦ. То есть мы как бы непосредственно практически знакомимся с оборудованием. Ну, в учебниках, понятное дело, все изображено, но нужно же потрогать, посмотреть, как это все выглядит, из чего это все состоит, чтобы знать в дальнейшем, с чем работать. Рассматривается на перспективу все варианты, чтобы просто знать, к чему готовиться и чем будешь заниматься в дальнейшем. Рассказ о процессе производства электроэнергии увлек подростков. По многочисленным вопросам было ясно, что студенты хотят узнать все тонкости работы важного для города объекта.